Ребят, всем привет! Заказал очередную, значит, порцию доставки еды. Давайте посмотрим, какая еда по доставочке в Житомире. Так, первый контейнер – это у нас мясной салат, он же оливье. Традиционный, новогодний. Так, ладно, ставим в сторону. Следующий контейнер. Ух ты! Так, и что-то еще сейчас достану. Так, получилось вот таких вот два больших контейнера, один маленький. Как всегда, видите, доставщики не очень. Все пожмаканное, но тем не менее ничего не пролилось, ничего не рассыпалось. Нету ни салфеток, ни приборов, ну нет ничего. Ну как бы доставка на дом, поэтому может быть тут рассчитано, что люди будут есть все своими приборами. Давайте все это откроем. Итак, смотрим. Значит, мясной салатик. Кстати, да, порубан он нормальными маленькими кусочками, а не так, что очень, ну, в общем, нормально, как дома. Потом это, насколько я понял, мамалыга, традиционное блюдо. И 4 наггетсы эти куриные, или как они там называются. Ну и тут, я так понимаю, все то же самое во втором контейнере. Ну, я думаю, на 4 человек этого вполне достаточно. Не хватает, конечно, хлеба. Ну, это уже по желанию. Так, ну вот этот контейнер надо съесть сразу, а то он весь развалится. Ну, в общем, все. Всем приятного аппетита. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.